Знаете, первое то, что хотел сказать, что как один известный человек сказал, что успех – это когда ты от одной неудачи к другой двигаешься и не теряя энтузиазм. Как вienas žmogus yra pasakęs, sėkmė yra tada, kai po nesėkmės tu eini į priekį. Я вот хочу, чтобы команда не потеряла тот энтузиазм и желание прийти. Чтобы команда не поместила то энтузиазма и нора. При тех двух сегодняшней и прошлой игре, очень хороших играх, я считаю, что сегодняшние даже 70 минут мы просто супер играли. Per tas paskutinės dvies rungtynės мы žaidėme gerai, šiandien dar geriau žaidėm. Ypač tas pirmas 70 minučių. Учитывая с лидером Судовой и то, что мы две игры проиграли, доминируя на футбольном поле, очень трудно, но хотел... Хотел бы поблагодарить ребят за ту работу, которую они делали. По комментарии по матчу, то считаю, что те моменты, которые мы создали при счете 1-0, я думаю, что если бы мы забили, мы бы выиграли. А kalbant apie rungtynes, jei prie 1-0 būtumėm išnaudoję bent vieną progą, kurią sukūrėm, mes būtumėm laimėję šitas rungtynes. Не реализовываем эти моменты, у нас начинается какое-то, как бы правильно сказать, что напряжение, оно передается. И вот здесь вот эта реализация этого момента очень самым важным для команды был. Когда начинаем не использовать прогу, отсюда такой как сплодимас, что это один из важнейших вещей. Я думаю, что команда тот план на игру, который мы выстроили, я думаю, она выполнила. Мы не дали сопернику использовать их лучшие стороны. Tas planas, kurį mes buvome paruošę prieš rungtynes, jis buvo įvykdytas neblogai, nes varžovom neleidom naudotis jų pačiom stipriausiam pusėm. И в концовке вот эта недоконцентрация, недовнимание каких-то игровых эпизодов приводит к голу. Ir pabaigoje kažkur koncentracijos praradimas, dėmesio praradimas priveda prie to, kad prasileidžiame įvarčius. Justinas Januševskis šiandien berods pirmą kartą buvo registruotas lygos rungtynėse. Jis, kiek mačiau, žaidė ir pirmoje lygoje. Ar tai reiškia, kad nepavyko tas planuotas jo transferas ir jis kaip ir... До конца сезона он останется в структуре клуба, будет работать, помогать клубу своей работой, своим трудом. Я думаю, что будет играть и за вторую команду, если будет готов помочь нам в первой команде, обязательно выйдет. Клаусимас apie Justino Januševskio situaciją, tai jis iki sezono pabaigos liks klube, savo darbu padės tiek, kiek gali, žais antroje komandoje ir jeigu bus reikalas, žais ir pirmoje. Kita dvikova jūsų laukia su Kauno Žalgiriu, tai yra pagrindinis varžovas kovoje dėl trečiosios vietos ir kokios mintys kyla prieš būtent tą dvikovą. Какая мысль перед игрой против Кауна Жальгирес? Будем готовиться, и у нас есть мысли, как строить игру. Поэтому есть предварительный план. Сейчас будем восстанавливаться. Есть игра второй команды завтра. Ребята будут восстанавливаться, и дальше будем беседовать. Minčių yra, kaip ruošiamės rytoj žais antrą komandą, turim kažkokį preliminarų planą ir reiks iki šeštadienio. Glavna zadačia šias psichoemocionalinio vastanovyti rebėt. Svarbiausia dabar yra emociškai atsistatyti. И я думаю, что играть они умеют, и то, что мы доносим, они выполняют. Вопрос, вот я вам характеризовал то, что я думаю, что у нас все получится. Жесть я мог, я та и роду их что я, а куда не сися, куда не сися, как я его характеризовал.